Мокрая дорога и плохое освещение стали причинами аварии на Усть-Курдюмском шоссе. Водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением на повороте в поселок и протаранил ограждение дороги. В результате аварии сам автолюбитель травм не получил. А вот его автомобилю предстоит серьезный ремонт. Еще одна авария в том же месте произошла уже днем в среду. Столкнулись Ford Mondeo и грузовик. В результате аварии легкие травмы получил водитель легкового автомобиля. После осмотра медиков от госпитализации мужчина отказался.